Нарушение бюджетного законодательства на сумму более 500 миллионов рублей выявлены в ходе проверок в 2018 году. Эти данные были озвучены на очередном заседании Комиссии по координации работы противодействию коррупции. В частности, собравшиеся обсудили работу в сфере распоряжения государственным и муниципальным имуществом. Счетной палатой Ненецкого округа в 2018 году было проведено 8 контрольно-ревизионных мероприятий на 8 объектов. Всего было проверено использование средств и имущества на сумму более 9 миллиардов рублей. Нарушений из них выявлено более чем на 500 миллионов рублей. По всем проверкам выявлены были нарушения, внесены объектам представления, курирующим департаментом направлены информационные письма. 37 контрольных мероприятий проведено контрольно-ревизионным комитетом аппарата администрации. Объем проверенных средств составил 1 700 000 000 рублей. Вынесено 16 предписаний и 10 представлений по недопущению нарушений. Многочисленные случаи были установлены по безвозмездной передаче имущества иным учреждениям без согласования собственника имущества. Также предоставляются помещения без согласования собственника для проведения в основном каких-либо мероприятий. Самыми распространенными нарушениями в части использования государственного имущества по результатам проверок является несоблюдение порядка и сроков предоставления сведений в реестр госимущества. Бывает так, что имущество не используется по объективным причинам. Нужно всегда это иметь в виду, делать на это скидку. По данным сектора противодействия коррупции Управления государственной гражданской службы, 7 депутатов по результатам декларационной комиссии 2018 года имеют нарушения. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север».